Lūdzu, sākam pirmo kārtu. Thank you.
мы поймете, как вы играть, конечно. По-моему, ферзь f3 или конь e4 играть на полной, я не помню. Ну, вроде все-таки ферзь f3 на ферзь c7 основной ход. Но это совсем недавно стало основной фишкой за черных. Я узнал буквально несколько дней назад, что cb чуть ли не сильнейший ход, ну или один из сильнейших. Там где-то, по-моему, ферзь c6 показывает. Не-не-не-не, правильно. Ну, я, конечно, не вспомнил ничего. Ну там как бы люди с очень серьезными компаниями проверили, но вообще не смогут. Так, здесь еще ферзь c6. А, правда, нет, я мат ставлю. Так, так, c4. Нет, ну, примерно неделю назад я знаю, что тут ЦБ вообще есть. То есть я всю жизнь я этого не знал. Там его, по-моему, уже давно начали. Может быть.